Христос воскрес! Христос воскрес! Благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Есть императив, потеряющий слава, Татару и Чапилу, и Часин Далай, но как он сегодня, что не вечно вечно. Трящий крест, и родно сына Твое, и вместо древа послушания, и уже пустив все лука, возьми и праотцы наша, и с ними днесь, весь род человеческий Израиль зна, и смерть прилетем. И знамененно же трящий креста, на невшего земли Твой сын, привожен бил, и умре, и смертью смерть умертвив, и всю силу дьяволю упразни, и же от миру дарова. Церковь Твоей рождения непобедимой, священий же и покров держав. Державин, верю отвижению все дьявольские козни, избавы, крепость, спасение, упование, и живота получения непостыдные надежды даровали все. Тем же миробитве и толик, я благодати, ты не сподобишься, обладание существа, благодарение смены Бога не приноси Твоему, величество, и молимся, аминь, я когда милостивлечина знам, неси крестный, и живение рабитвы, от усердия, твердия веры и любви, верю Тебе, соружившие знамени победы Сына Твоего. Пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа, родно Сына Твоего, ежеда, им же сила дьявола попрася, и земни свободу лучи, кожи от нас подобиковся, и молим Тебя, Велико, Пресвятый, Святых, Радость, Сестра, Страстей, и же дрящие крови зияний,
и животворные смерти, родно Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Юже советом Тебе, Бога Отца, безначально и привечного Твоего Духа. Воли спаси наши рады на древе крестной, потерпитием и древо крестное, же иногда с решающим и затворным козним бьяше. Благословенно свято живонати на жизнь, избава с решающим и ты сотвори, и жив ти мольбу ты пеноси, спаси благо святого Твоего Духа. На знам неси крестный, и благослови и подай живу быть из знамени страшные, крепко на себя видим и невидимы. Пени и всем все, перед всем знамени Тебе поклоняющий, мольби и моления милостивный послушатель, и все, кое спасению, прошение богатый податель будет. Яко же крестом мир отреховывал я особо, греховно освободились из сицы работы на кресте. Знай Тебе, душевенно приносящий Сына Святого Духа, и силою Христа вызовено Сына Твоего всегда поведители быть, греха и обитель вся, земная и небесная, для теми им дары. И Христом Ты всегда в ломах всех верных настоляй, к себе к восприятии небесной, аминь, все привели. Иси Бог, милости, еще речу, ведь Христа высылай, святый, Сын, святый, наши день духов, ныне и присно, на веки веков. Аминь.